штукатурки. Штукатурки – это самая популярная и востребованная у потребителей группа строительных смесей. С помощью штукатурки происходит грубое выравнивание стен снаружи, стен и потолков внутри здания. Штукатурки различаются по типу вяжущего компонента. В ассортименте «Крепс» представлены все типы – цементные, гипсовые и полимерные. Соответственно, цементные штукатурки традиционного серого цвета, гипсовые – молочного, белого или розового, а полимерные могут быть любого цвета. Самые распространенные цементные штукатурки предназначены для внутренних и внешних работ. Они же самые прочные и универсальные по случаям и областям использования. Гипсовые штукатурки подходят исключительно для внутреннего использования. Работать гипсовой штукатуркой легко и споро. Они быстро сохнут. Их можно выравнивать почти до бесконечности, добиваясь идеальной поверхности. Некоторые клиенты используют только гипсовую штукатурку «Крепс-банд» без каких-либо дополнительных шпаклевочных слоев сверху. Главный враг гипсовой штукатурки – сырость и влажность. Полимерные штукатурки – это продукты, предназначенные для усиления потребительских свойств, например, армирование, сопротивление сползанию, вибрации, нагреву и тому подобное. Все штукатурки под маркой «Крепс» разрабатываются по утвержденным ТУ и прошли добровольную сертификацию. Производитель отвечает за качество и экологическую безопасность всех штукатурок «Крепс». Штукатурки «Крепс» подходят для частного, коммерческого использования в детских, дошкольных, школьных, социальных и медицинских учреждениях.